теперь не хозяин салтанат, и ты не хозяйка, уран хозяин! В ущелье гоните! Быстрей! Салтанат, надо в райцентр сообщить! Скачи на радиостанцию и скажи, погибнет скот, все выпасал под снегом! Айшаке, дай мне свое ружье! А, держи! Нет, нужна помощь. Такую же радиограмму в райцентр в область. До свидания. Подождите, выпейте хоть чашку чая. Ой, что вы? Не могу. Меня вот что возмущает, товарищ Ташбай. Гибнет скот, а он сидит, понимаешь? Весь транспорт, весь район, область выручать едут, а он спокойный. Но ведь по твоим сводкам кормов в Акжаре заготовлено достаточно. В чем же дело? Не хватило, товарищ Ташбай, стихийные бедствия. Что вы мне говорите о бедствии? Страховые запасы пускай используют. У одного Тугельбаева 500 тонн, так ведь? 500 тонн? Откуда вы взяли такую цифру? Из сводки Карымшакова. Твой главбух прислал? Главбух? Сводки я подписываю сам. Он, видно, забыл, товарищ Ташбаев? Да ты вспомни! Мне нечего вспоминать. У меня не бурдюк на плечах. И ты очки не втирай. Это так не пойдет. Да он просто сошел с ума, товарищ Ташбаев. Что случилось? Ты не ушибся? Да не во мне дело, что? Куда заставил ехать, а? Луна каном ловить, погубили машину! Эх, председатель! Тьфу! А у меня скот погибает! А-а-а! Так ты спал, наверное, все лето! Не заготовил кормов! А теперь столько народу из-за тебя мучается и машины гробит! По тебе сюда хоть тысячу машин посылай! Все равно ничего тебе не поможет! Ладно, сейчас не время разговаривать! Садитесь по машинам и поехали! Стоять нечего! Скорее! Садитесь по машинам, поехали! Стоять тут нечего! Заводи моторы! Моторы заводи! Черт знает, что получается! Гоняем скот по безлюдным пустыням со сотни километров! Пора бы с этим покончить! Thank you.
Лучше бы вам снять шубу. Ну, как хотите. Отдыхайте. Вы не согрелись? Чаю хотите? Ну тогда спать ложитесь. Да будете вы спать, наконец. Мои друзья как будто. Про меня им не говорите. Смотрите, ни слова обо мне. Здравствуйте, Чармар. Здравствуйте, Шамбер. Заходите, садитесь. Спасибо, нам сидеть нельзя. Пропал у нас человек, наш зоотехник. Женщина, ты ничего не слыхал, дорогой? Хорошо, что ко мне приехали. Я тебе говорил, академик должно быть знать. Да, в горах ухо длинное. Ко мне приехал товарищ, он сейчас отдыхает. Он по дороге встретил людей. И ваша женщина-зоотехник тоже была с ними. Так что не беспокойтесь. Садитесь-ка чай пить. Садитесь, Аксакалы, садитесь. А, чай. Твой гость из Фрунзе, Джамар? Нет, издалека. А? Из Ташкента должно быть? О, еще дальше. Правду говорят, один день не послушаешь новости, ухо глохнет. Джамар, неужели из Москвы? Угу, из Москвы. Ты чего расселся, Шаке? У тебя отара, у меня отара. Была отара, стала половина. Сиди, пожалуйста. Чего ты робишься? Дай с умным человеком поговорить. У нас беда какая. Слыхал, Джамарт? Сколько скота из-за бурана подохло. Да. Что ж, кто саранчи боится, хлеба не сеет? Выходит, нам надо бросить разводить скот, если буран и губит его. Ты посмотри, Шаке. Да он над нашим горем смеется. Идем-ка отсюда. Государство помощь окажет. Но дорого обходятся государству твои бараны, Аксакал. И что дальше? Через год, еще через год так и будет продолжаться. Не зря ты учился, сынок. Не зря академию закончил. Только и знаешь, что языком молодец. Пошли, Шаке. Меня учили нашу землю уважать и любить, и секреты ее понимать. И секреты Акзара. Тоже? Говори. Говори. Скажите, долго будет гореть у меня костер, если сучек не подбросить? Он очень скоро угаснет. Так же точно и землю нужно кормить. Так же водой напоить. Вспахать надо Акжар. Вспахать Акжар, говоришь? Да, свою кормовую базу нужно создать. Тогда не придется возить корм на машинах и гонять скот в поисках пастбищ. А если скот будет на одном месте, значит, будет постоянный за ним уход. И ты увидишь, Асаке, и ты тоже, Шаке, какие бараны будут у вас. Здоровые, упитанные. А какие вырастут поля? Розовый эспарце, люцерна, клевер, полная чаша. А ты меня врага верблюда, да? Ты в уме, Джамарт, ты о нашей земле говоришь. На ней нет ничего, кроме полыни и колючек. На ней родится только типчак
и ничего больше. Тебе жизни не хватит, чтобы вырастить куст люцерны. Мне жаль тебя, просто жаль, Жоамарт. Кош! Кош! А мне тебя жаль, Кош. Хайсаке, у меня было ружье. Я давно салтанат. Теперь ему академика. По воздуху, да? На любопытный глаз бельмо садится. Салтанат ты чернить не смей. Да я что? Красная травка, синяя травка. Что с вами? Неужели это правда, что у нас в Акжаре могут свести поля? А вы без ружья не боитесь со мной разговаривать? Какой у вас злой язык. Ну и злой, а вы акжарская колючка. Значит, не хотите рассказать? Расскажу. А у вас, наверное, ревнивый муж? Машина. Это идут машины. Идут. Идут. Айшаке, не видал, где салтанат? Буром глазами засыпал, не видал. А ты глянись-ка направо. Не знаю, увидишь или нет, но попробуй. Джигит ходит, он на славу набрести может, а женщина только на бесчестье. Может, правда, а может, неправда. Народ говорит. Красная травка, синяя травка. Ты с ним спала, блудливое овцо! Мама! 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 Иди, иди! Мама! Мама! За что? Сама знаешь, за что. Работать больше не будешь. Будешь сидеть дома. Жаловаться пойдешь. Убью. Джумаш, барашек мой, звездочка моя, спи спокойно. Мам, а сказку расскажешь? Расскажу. А ты ложись, спи. Далеко-далеко в горах жили люди. У них были просторные долины, шумные реки и большие-большие стада. Но у тех людей был старинный враг, злой ветер, Бом. Он приходил в горы
и приносил с собой голод и болезнь. И вот однажды пришел человек. Он был красив, как водопад, смел, как беркут. Он знал все секреты земли. С ним разговаривали горы. Он знал язык воды. Когда он шел по долине, травы склонялись перед ним. Этот человек решил спасти людей. Он подговорил горные реки, чтобы те напоили землю водой. Он приказал земле, и на ней выросли высокие травы. Как ни злился Бом, но сделать ничего не мог. Этот человек сделал много добра людям. И однажды, когда наступила весна, в Акжаре. Чебанов вспоминает вот султанат. Вечером зажгут костер, сядут вокруг и говорят, где наша султанат доченька? А как она рассказывала про Акжар? Есть песня водопада, есть песня высокой горы, но самая прекрасная песня будет у нашего Акжара. Вы услышите ее, когда зашумят высокие травы, когда вода ледников побежит по каналам. А сын вспоминал, Урузбек вспоминал, и все-все вспоминали. Спасибо за хорошие вести. А у нас опять заморозки. Академики волнуются, что будут с посевами. А ты с ними дружишь? Да, Джумарт меня называет младшим научным сотрудником. Кто? Джумарт агроном. Он часто бывает в нашем клубе, на комузе играет. Ай! Вот, сыграй. Он помнит вас?
До свидания, Шербеви. Передай привет чабанам. А Чамарту? Всем, всем. Ага. Приезжайте к нам, Султанат. Чабаны будут рады, и все, все будут рады. Ай, Салташ, я купил тебе новое платье. А скажи, Аксакал, идет ей это платье, а? Я люблю правду, сам знаешь. Замечательная у тебя жена, но жена зоотехник. Все время в командировках, а ты один страдаешь. И не ты один, семья страдает. Я не хотел освобождать тебя. Ты ценный работник. Но друг попросил, как ему отказать? Я принципиальный человек, твое здоровье. Совсем пропал. А ты почему не пьешь? Дорога трудная. На Акжар ехать почти целый день. Да никуда я не поеду. Сидят там эти ученые. И сидят и гадают, вырастет, не вырастет. А я без них хорошо знаю, что ничего не вырастет. А они еще лет 5 просидят. А та приехала. Руки, бутылку стала. А та. Ты что это так похудела, дочка? Ты в Акжаре был? Что ты, милая моя? Был бы у меня 4 головы вместо одной. Не одна пара ног, а 100 пар. Все равно ни за что не успеешь. Ты устала там. Здравствуйте, отец. Проходите, садитесь. Здравствуйте. Не застал тебя дома. Сюда приехал. Кому я нужен, знает, где искать. Спасибо, дочка. Как с заготовкой кормов, расскажи. Ты что, забыл уже, как зимой было? Чай, чай у тебя, дочка. Еще налить-то? Пожалуйста. Смотри, отвечать придется. За все ответишь. Так и знай. Я-то отвечу, не беспокойся. Сам-то ты за что-нибудь отвечаешь? Хоть за одного хромого барана. Только сводки составляешь, да цифры округляешь. Что ты опять про сводки? Эх ты, ведь я же тебя выручил. Хороший райисполком. Где новые выпасы? А так сидеть я и сам умею. Новых выпасов в районе нет, у тебя Акжар есть. Акжар? Ты зря языком не болтай. Ты знаешь, какие на Акжаре выпасы? Ты хоть раз был там? На Акжаре трава, как шерсть у паршивого барана. Объясни, объясни ему, дочка. Ты ученый, можешь человеку растолковать. Мне объяснять нечего. Я сам ученый. А в райкоме на бюро поговорим. Принципиально. Говори, где хочешь. Мастер сидеть в президиумах. А ты что же это? Люди все на работе, а дочка председателя сидит дома? На полях сев. Чабаны погнали баранов в горы. Ты и зоотехник? Где твое место? Салтанат в горы не поедет. Что? Кто это сказал? Она сама не хочет. Не для того. Я дочь учил, чтобы держать за хвост вчерашний день. Салтанат нужна. Ее место в горах. Поезжай. Узнай там, дочка. В Акжар, говорят, агрономы прибыли, колышки в землю вбивают. Ты, может, заедешь к ним, пораспросишь, что это они делают? Если она поедет к агрономам, пусть не приходит домой. Это почему же? Она знает почему. Салтанат, посмотри в глаза. А та... Ну, это ты зря, Алый. Моя дочь не допустит. Моя дочь. Поезжай, милый, спокойно. Поезжай.
Что с ней такое? Она светится, как река. Без ветра камыш не качается. Abedi var kama sözüme oy çirkin baykosuz karşı gelme oy çirkin baykosuz karşı gelme Akıdım dolu kulaktay Arkar göz güygün çıraktay Ayıkta bir gen ay Baratsak Oy çirkin kaldaslılar mantırnaktay Здравствуй, Атака. Здравствуй, дочка. А ты, я смотрю, все такой же. О. Ничуть не изменился. Нет, изменился. На скалу Акжар стал похож. Нет, Салтанат. Акжар будет стоять еще 1000 лет, и через 1000 лет все будет такой же. А мне на Акжар уж больше не подняться. Ну что ты, Асаке, скоро вместе с тобой на Акжар приедем, и ты не узнаешь его, вот посмотришь. Я не узнаю Акжара, что ты, доченька. Присмотрись, Асаке, внимательней. Что это, полынь? Не полынь вроде. Может, типчак? Не похоже на типчак. Какой нежный запах. Это пахнет люцерна, Асаке. И слышишь, как травы шумят? Посмотри, какие постройки на Акжаре, Асаке. Семилетка, клуб. А там посмотри, скотные дворы. Тогда я подожду умирать, Салтанат. Нам тут зоомарт агроном сказки рассказывал. Теперь Салтанат рассказывает. Скоро я тоже буду сказки рассказывать. Придумать легко. А ты будешь, Шака? Ничего я не придумала. На Акжаре скоро будет новая жизнь. Вот увидите. Кош. 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 Будет, будет. Поезжай скорей. У агронома Джоамарта, говорят, вся трава от тоски посохла. Опять воду мутишь. У болтливых дураков языки режут на поводье, Шаке, слышишь? Ты поезжай, поезжай, доченька, счастливый путь. Приятной встречи. Он ждет, не дождется. Хочебек, кажется, к нам едет дама. Женщина! К нам едет женщина! Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом. Слезайте с коня, гостем будете. Просим. Ну, слезайте, не стесняйтесь. Простите, вы к кому? А, к вам. Я приехала посмотреть, что вы делаете в нашем Акжаре. Пожалуйста. Я слышала, у вас тут чудеса. Поля красного клевера, синие люцерны. Покажите. Какие поля? Кто вам сказал такую чепуху? Смотрите. Как называется эта травка? Эспарцет. Это, по-вашему, чепуха? Розовый эспарцет. Живет. И даже хорошо живет. Где?
На Акжаре. Вот представьте себе. Ой, овес! Значит, у нас тут будет не только сено, но и зерно. А это неизвестно, будет ли зерно или не будет. По стеблю судить нельзя. Смотрите-ка, костер безостый. Выходит, не только однолетний, но и многолетний? Не горячитесь. Я вас должен предупредить, что... Ой, люцерна! Какая слабая. Плохо ей тут. Может быть, ей будет лучше возле черной речки? Там земля хорошая, и вода близко. Мы это попробуем обязательно. Кто это мы? Вы что, собираетесь поступить к нам на работу? Зачем же? Зачем же? Мы будем вместе работать. Приедут люди, машины, спашем землю, проведем канал. Ого, вот это по мне. А когда это будет? Постойте, постойте. Наша работа в разгаре, дорогой товарищ. Выводов мы еще не сделали. Сделайте, пожалуйста, поскорей. Это нам очень нужно. Вот ваш начальник говорил мне... Какой начальник? Андрей Иванович, тут к вам знакомая. Приехала к нам урожай убирать. Да что вы? Знакомая? Очень приятно, я вас вижу впервые, Беляев. Асаналиева. Асаналиева? Салтанат! Действительно знакомая. Ошибаетесь. Мы видимся впервые. Да я вас с пеленок знаю, дочка Тугельбаева. Вы для меня самый дорогой гость. Прошу, прошу в наш кабинет. Значит, у Асаналы сердце пошаливает. Да, давненько не видались. Надо будет навестить старика. Ну, а про многолетние травы это вам Жамарт рассказывал? Он у нас специалист по многолетним. Он у нас влюблен, Жамарт. И девушку, в которую он влюблен, зовут очень красиво. Люцерна. А где же он, этот ваш Жамарт? Уехал в район. Между прочим, затем и поехал, чтобы привлечь колхозы к нашей работе. Вот это правильно. У нас гибнет скот. Нам нужны корма. Вы это понимаете? Какая горячая, а? Мне пора. Позвольте, куда же вы? Да ведь я же... Не удерживайте, все равно я уеду. Если вам так надо, смотрите. Спасибо вам. До свидания. Кланяйтесь отцу. Обязательно. Что же это такое? Неожиданно приехала, неожиданно уехала. Вся в отца. Да, значит, мы были правы. Хаджибек, что послали Джамарта. Пора выходить на простор. А все-таки, почему так долго нет Джамарта, а? Да, в такую погоду не доберешься. Прошу. Спасибо. Вы извините, я побеспокоил вас. Пожалуйста, я очень рад. Я по важному делу, Султанат. У нас с Акжаром... Она мне рассказывала. Вот этот труд моих товарищей и мой. Я хотел бы, чтобы она прочитала. Прочтет, не беспокойтесь. Понимаете, Аллы, в райцентре прочитали и отказали. Не согласились. Крымшаков, знаете такого? Я ему доказываю, доказываю, а у него глаза пустые, как у барана. И в стенку смотрит. А Тугельбаев затылок чешет. А, да что там? Правда, правда. Бюрократов развелось. Трудно что-нибудь прошибить. Трудно. Так я прошу, передайте. Да-да, конечно. Салтанат поможет. Вот спасибо. Мне хотелось бы знать, как она отнесется к этому. Передам. Попрошу ее прочесть внимательно.
Салтанат, мне очень хотелось бы знать ваше мнение. Прочтите это. Всего хорошего. До свидания. Иди, сынок, спать. Не бойся, бом больше не придет. Ложись спать, Анаке. Как он смеет к ней приходить? Что он считает меня болваном? В мой дом сам пришел. Знаешь, гость на пороге счастья в дом. На что угодно пойду, но не потерплю позора. Ой, ой, осторожней! Я еще жить хочу! Что ты делаешь? Он ей голову задурил, она ходит как помешанная. Акжар, Акжар! Какой Акжар? Я еще хозяин пока. А не Джамарта Султанат, вот что новости. Отец велел ей идти на работу. Отпусти-ка лучше меня в город. Не могу я здесь больше. То есть как, да я? Я пешком ходить буду? Я найду замену еще получше меня. У меня не бурдюк на плечах, а голова, черт побери. Надо увезти Султанат. Устрой ты мне это дело. Стой, стой. Это машина моя. Нет, моя. Нет, моя. У меня. Слезай же на себе. А у меня 1000 баранов. Слезай, ты жулик. Чем? Чем? Ты меня шулик разрываешь? Я тебе покажу старые шапки. Асаке! Эй, Асаке, пока не дерутся, грузи мне. И я поехал. Что это, машина моя? Моя, где? Давай, стой! Что случилось? Что за крик? Почему шумите? Он у меня машину отнимал. Нет, он у меня машину отнимал. Мне надо жар вести приказы. Без очереди лезешь, жулик. Опять? А вот тебя! Очень я тебя испугался! Ты что, под суд хотел? Как фамилия? Да, да. Фамилия, я спрашиваю. Жукимаев. Зачем поднимать пыль на чистом месте? Мало сена, скота много. Каждому хочется запасти на зиму для своей отары. Вот, говорят, на Акжаре скоро вырастут новые травы. Тогда не будем возить. Сена, говорят, сколько хочешь будет, на всех хватит. Кто это вам сказал? Салтанат. Знаешь, бабьи упряжки и у осла уж краснеют. Нашел кого слушать. Мы по плану работаем. Насчет Акжара инструкции нету? Инструк? Что за слово, не пойму. Подумаешь, Султанат им сказала. Работать нужно, а не слушать сказки. Я не работаю. Эх ты, начальник. Вот. Я это честно заработал. А теперь людей стыдно. Кормов нет, подыхают, что не год бараны. А ты, начальник... Кто от тебя видел помощь? На Акжаре травы не будет. Что делать чабану, как скот кормить? Ты мне скажи, спасет моих баранов одна машина сена? Обман это начальник, а не помощь. Иди, докладывай. Кормов много запасли на всю зиму.
На, возьми себе эти запасы. Дисциплину разлагайте, да? А никто не позволит государственный план срывать. Под суд пойдете, под суд, всех под суд. Асакет, Аразбек, пусть товарищ Карымшаков составит акт. Аразбек, приведи для товарища Карымшакова своего иноходца. Хорошо. А ты что, тебе что надо, а? Товарищ Карымшаков интересуется заготовкой страховых запасов в Акжаре. Вы ответственны за животноводство. Недовольны поведением чабанов? Пусть товарищ Карымшаков проедет в Акжар и узнает, чем чабаны недовольны. Правильно, правильно. Вы, кажется, ни разу не были в Акжаре. Прошу. Оно не брыкается. Ты пожалеешь об этом? Вот увидишь султана. Очень пожалеешь. Что зуб скалишь? Вставляй. Что у тебя за неотложное дело? Извините, пожалуйста, дело действительно неотложное. Товарищ Ташбаев. Как подготовка к совещанию? Пожалуйста, вот цифры. Делегаты в колхозах выбраны. А заготовка кормов на отгонных пастбищах? Опять дождутые цифры? Смотри, Карымшаков, в другой раз веры тебе не будет, помни. Товарищ Ташбаев, лежачего не бьют, говорят в народе. Я принципиальный человек. Я сделал ошибку и признаю ее. Я же понимаю. Люблю самокритику, товарищ Ташбаев. Работаешь как и шаг, не спишь ночами. Мы, райисполком, несем на себе всю тяжесть работы, и на нас же все шишки валятся. Председатели жмут, свое начальство жмет, область жмет, поднажимают, простите, из центра план давай. Откуда ее давать, спрашивается? Там кормов нету, тут нету, нигде нету. А план есть, понимаешь? Я всесторонне отвечу вопрос. А к жару шайтан на рогах. Как возить корма? Чем возить корма? А кормы шаг выдавай. И тогда начинается. Пишешь, против совести, а пишешь. Знаешь, после всей этой истории зимой хотели тебя снять, но бюро решило дать тебе возможность исправить ошибку, а снять проще всего. На Акжаре ты был? Был-был. Был-был. Как у них дела? На Акжаре ничего не видал. То есть как не видал? Ах да, верно. Сидят эти агрономы, кумы спьют, на погоду любуются, руки на животе, сидят в своих палатках. А всходы поднялись? Какие всходы? Весь Акжар проехал. Мне ничего не подалось, кроме цепчака и полыни. Как же так? У меня вчера агроном был от Беляева. Товарищ Ташбаев, давайте поговорим по душам. Попался я с этим Акжаром, да и вы тоже попались. Все равно, как живой баран в котел. От яловой коровы не жди молока. Трава на Акжаре, да никогда там ничего не вырастет. Странно, тут что-то не так. Ты не путаешь? Можно душевный разговор. Дочка Тугельбаева, лентяйка и тупица, и этот агроном, они столковались между собой. А Акжар только для того, чтобы их любовные дела прикрывать. Розовый спарцет, синий люцерн, красный клевер. За техник чабанов подговорила, а чабаны давай кидать сено из грузовиков. Не повезем, говорят. Разлагает дисциплину, план заготовок срывает. Мне не верите? Тугельбаев спросите. Тугельбаев человек справедливый. Кто этот зоотехник? Как фамилия? Салтанат Асаналиева. До свидания, товарищ Ташбаев. Я пойду. Да, чуть-чуть не забыл. Вам, кажется, шофер нужен. У меня для вас есть подходящий человек. Золотые руки, бывший танкист. О, машину водит, как на музыке играет. Шофер нужен. Спасибо, пусть зайдет. Есть, будете довольны. Этих товарищей пригласите к нам на совещание, если они будут свободны. Хорошо.
случилось, Алыке? Что-нибудь случилось, Алыке? Собирай вещи. Зачем, Алыке? Завтра едем в город. Хорошо. Сначала покушай, Алыке. Я сыт по горло твоими фантазиями. Ты, может, поешь? Какой-то ты стал другой, Луки. Помнишь, когда мы поженились, ты говорил, тени облака не дам упасть на твое лицо. А ты? Ты раньше такая была. Погляди, какая ты раньше была, как робкая овечка. А сейчас ты вожак. Вожак. А ты подумай о Джуме. О нашем сыне. Как мы дальше будем жить, Алыке? Салташ, я тоже так не могу. Не могу. Давай по-другому. Мы уедем. Бросим все-все, и все будет иначе. Куда же мы уедем, Алыке? Тут наш дом. Отец, мать, Джума. Нас тут уважают. А меня ты уважаешь? Со мной ты считаешься? Передовые лезешь? Чего ты хочешь? Чего тебе надо? Молчишь? Тебе со мной плохо? Плохо, да? А это для кого? Все тебе мало? Скажи, мало? Но! Но! Что молчишь? Говори! Ты не понимаешь. Джумарт понимает. Не трой! А что, нельзя? Постой! Жалко. Том сочинение академика. Выбирай, или я, или Джумарт. Хорошо. Сына не дам. Пусти. Салташ, нельзя же так, он муж твой. Я не пойду к нему, не могу, не пойду. Как же так, дочка? Я человек, а не кувшин с кумысом. Он меня обидел, да? И, Салташ, а сколько раз меня твой отец обижал? Такая наша женская доля. Слезы вытри, Салташ. Иди домой, мой ягненочек, иди, доченька. А то люди тебя осудят. Стыд на наш дом. Он меня не понимает. Не понимает меня.
А как же с отцом? Пожалей его. Он это не вынесет. У него сердце больное. Сына кому оставишь? Как отцу сказать, ума не приложу. Я пойду к нему сама. Поговорю с ним. Что ты, Салташ, опомнись. Бог с тобой. Я лучше схожу. Я ее уговаривала, Асаналы. Салтанат домой идти не хочет. Как я теперь посмотрю в глаза людям? Родная дочь меня опозорила. За все отблагодарила меня. Асаналы, ты поговори с ней. Нет, и не подумаю. Твоя дочь, твоя овечка, ты выкормила все ты. Да? Какой Джамарт? Не знаю. На Акжаре? Опять Акжар. Пусть они с этим Акжаром мне голову не морочат. Так и скажи ему, меня нет дома. Вот еще затеяли Акжар пахать. Что расселось? Дай мне новую шапку. Акжар, да Акжар. Это что еще за болезнь? А, Кукэ? А? Пойду сейчас сам к Алы. Прощение у него просить. Скажи своей дочери. Добрый вечер. Здравствуй. Что по ночам бродишь? Мне Салтанат надо повидать. Зачем тебе Салтанат? Спросить насчет моих записей. Хочу знать ее мнение. А вы почему не спите? Да как же мне спать? Волки ходят кругом. Овец покрасть могут. Неужели? А можно я помогу вам? Салтанат? Нет. Жаль. А я хотел поговорить с ней. Поговорить? Знаю о чем. Прошу тебя, убирайся поскорее в свои горы. Я не волк и не собираюсь красть овцу. До свидания. Да, ты честный человек, агроном. До свидания. Здравствуй, вердужонок. У вас есть почта? Вчера в Акжар письмо пришло. Я искала вас. А вы в кишлаке? Новости есть какие-нибудь? А где же письмо? Ай! Где же оно? Вот на совещание приглашает. Спасибо. Куда собралась в такую рань, Салташ? В город поеду на совещание. Возьми-ка еды на дорогу, доченька, а то город большой, а ты никого не знаешь. Ты за меня не волнуйся, я буду там жить в гостинице. Пусть будет счастливой твоя дорога, Салташ.
где мой сын? Почему вы молчите? Где мой Джума? Не мучайте меня. Ты, если что, потеряла, ищи сама, а нас не спрашивай. Не расстраивайся, Салтанат. Говорят, твой сын в город уехал вместе с отцом. Скачи, скачи. Может, еще найдешь, еще не поздно. Спасибо. Пожалуйста, товарищи. Первая дверь по коридору. Спасибо. Мам, подожди! Купил. Гражданка, гражданка, вы приехали на совещание? Пожалуйста. Байсымаков Алый у вас тут не проживает? Байсымаков? Нет, такого нет. У нас только делегаты. Заполните бланк. А, Салтанат! Ты, говорят, снова невеста? Можно посвататься. Где Алый? Мне нужно Джуму повидать. Потеряла кукушка гнездо. Я почем знаю, где твой сын. Заходите ко мне. Хорошо. Здравствуйте, Салтанат. Здравствуйте. Я все знаю. Я знаю, вам тяжело. Это всегда трудно порвать с прошлым. Как вам помочь? Скажите, чем я могу помочь вам? Можно мне побыть рядом с вами? Может быть, вам будет легче? Почему вы молчите, Салтанат? Скажите. Помогите мне найти сына. Хорошо. Хорошо, я найду вашего сына. Увидимся на совещании. Кто еще хочет высказаться по докладу товарища Крымшакова? Салтанат. Скажите, скажите. Правда, Салтанат, скажи. Доченька, пойди скажи за всех нас. Что вы, я не умею выступать. Пусть скажет наш зоотехник, мы поручаем ей. Пожалуйста, товарища Саналиева. Я зоотехник из колхоза Дархан. Крымшаков упрекал нас. Вот. Мы из колхоза Дархан. Крымшаков обвинял нас. На трибуне у нее язык заплетается. Слыхали, что ты из колхоза Дархан? Да, мы из колхоза Дархан. Не смущайтесь, товарищи Саналиева. Товарищ Крымшаков обвинял нас в том, что мы из года в год не выполняем план по кормам. Что наш председатель Тугельбаев обманывает государство. За отца заступается. Да, заступаюсь. Потому что я всю жизнь гордилась, что я дочь Тугельбаева. Верно. Таким отцом можно гордиться. Какие планы мы не выполняем? Я скажу вам. Те, которые Крымшаков у себя в кабинете придумывает. В колхозах он не бывает. Как живут колхозы, не знает.
Сам планы сочиняет, сам их не выполняет и сам выговоры дает. Мы животноводы, мы кормим народ, и мы одеваем народ. Народ ждет, что мы ему дадим и мясо, и шерсти. А что получается? Овцы есть, а шерсти нет. И мяса мало. Чепуха получается. У нас животноводство отгонное. Гоняем баранов по горам. Ходи, баран, по горам, жуй, баран, что придется. Ходи от Казахстана до Китая. Простор большой, чем тебе плохо? Да тише, дайте послушать, не мешайте. Баран и ходит по тысяче километров. Кормов ему хватает только в сводках Карымшакова. Вот и тащает баран. Мало тащает, возьмет да и сдохнет. С голоду или с тоски. Потому что жизнь у барана скверная. А мы удивляемся, почему шерсти мало. Корма запасать надо. А где их взять? У вас в кабинете, уважаемый товарищ Карымшаков, трава не растет. Вот наш председатель говорит, новые выпасы надо. Значит, еще дальше гонять будем баранов. Ты, может, что другое придумала? Скажу. Пришли на Акжар ученые. Посадили травы. Я сама видела. На одной делянке растения чахлые, а на другой тянутся к солнцу, в трубку выходят. А на третьей колосятся. Где? На Акжаре. Значит, можно получить там урожай трав. Можно даже зерно. Всем надо взяться. Агрономам и колхозникам поднять Акжар. Только вот беда. Никто об этом не думает. Наш председатель такой человек. Если ему на ладонях принесут Акжар, как бишбармак на блюде, он почешет затылок и скажет, хорошо, пусть будет. Салтанат не достигнет желанной цели тот, кто скорбит седины. А зачем хвастаться сединой, когда ум в голове есть? Дайте мне слово. Вы закончили, товарища Саналиева? Я добавлю. Долой старый Акжар. Вот и все. Правильно тут говорили. Плохо о стадах заботимся, товарищи. Акжар за нашим колхозом был закреплен, когда еще многие из вас были в пеленках. Я Акжар хорошо знаю. Травы на Акжаре, как у паршивой овцы, шерсти не больше. Прежде еще как-то хватало кормов, да и то потому, что мало скота было. А сейчас... Сейчас у нас 60 тысяч голов. Мы своими руками это подняли. И не хватает теперь пастбищ. Положение серьезное, нет кормов. Просил Карымшакова, не помог нам. Новых выпасов не дает. А также товарищ Ташбаев, чем вы нам помогли? Ученых прислали. А ученые сеют травку, какие-то колышки вбили. Моя дочь обрадовалась. Давай, старый Акжар, давай ота пахать и сеять. А ты подумала, что значит поднять Акжар? Сражаться с богатырем под силу только богатырю. Могу я сказать людям, Акжар поднимать, это самое главное теперь. Бросайте все, другие дела забудьте. Верно, Асаналы, по-хозяйски говоришь. Ученые пусть работают, как работали до сих пор. Мое мнение, надо нам пока подождать. На Акжаре ничего, кроме рыжих колючек, не росло никогда. Зря погибнут даже труды. Похоронить колхозные сбережения на Акжаре? Нет, мы с вами обязаны беречь каждую копейку. Хозяйство разорять не дело. Я считаю, мы на такой риск идти не смеем. Не смеем! Так значит, вы думаете, мы Акжар не осилим?
Не осилим, товарищ Ташбаев. А может, Салтанат вместе со своим агрономом осилит, а? Я так соскучился по тебе. Почему ты так долго не приходила? Джумаштай, мальчик мой, травинка моя, барашек мой. Ты соскучилась, ты совсем пришла, мама? Мама, почему ты плачешь? У меня большое горе, Джума. Когда-нибудь я тебе расскажу. Тебя обидели? Садись, мам. Джума, зачем пришел? Что случилось? Я хочу домой. Мама приходила. Она плакала, Ата. Как так приходила? К нам приходила? А где она? Не знаю. Она? Алыхе, перерыв у нас. Тут недалеко мои родственники барана резали. Не подбросишь? Подброшу. Садись, Джума. Садись, Джума. Садись. Садись. А я тебе дорогой расскажу интересные вещи. Ай, красота какая. Это машина. Вот это я понимаю. Может быть, у меня скоро такая машина будет. Чувствуешь себя персоной. Скажи, Салтанат выступала? Салтанат. Салтанат была и нет ее. Выступала. Фу, стерли в порошок ее. Салтанат есть и будет. Она вот где. Ну и держи ее там. Ты разве джигит? Ты дырявый сапог? Стой, ты куда? Куда ты едешь? Я, Салтанат, цену знаю. А ты? Ты дохлый червяк перед ней. Что? Ну ты потише. От тебя не от меня жена ушла. Моя дома. Твоя в чужих сиротах ночует. Моя дома. Выходи. Сошел с ума. Выходи, говорю. Ты что делаешь, Алы? Нет, это наши мамы лучше всех. Подыши свежим воздухом, персона. Алы, что ты? Куда ты? Стой, постой. Ну что, Алы, Алы, погоди. Мила, ну ты что? Больно мне говорить это, но так с вами случилось, Асаналы. Вы смотрите в землю и не видите гор. Или, как говорят наши русские братья, из-за деревьев не видите леса. В Сибири, на Урале, в Казахстане десятки тысяч таких же еще недавно мертвых акжаров уже залиты золотым океаном пшеницы. Мы животноводы. Наше золото – трава. Акжар – это наш завтрашний день. Это прочная кормовая база, высокая продуктивность скота.
Это все то, что мы обязаны дать народу. Ата, где Салтана? Товарищ Ташбаев! Товарищ Ташбаев, что случилось с Салтанат? А, Алый, слушай, у тебя хорошая жена. А где она? Она очень хорошо выступила, а потом куда-то ушла. Я бы с ней хотел поговорить. Это правда? Да? Я сейчас ее найду. Сейчас найду. Салтанат Асаналиева у себя? Асаналиева? Не приходила совещание. Салтанат дома? Нет, в городе. И Асаналы нету. Милицию! Милиция! Милиция! Черт побери! Товарищ Ташбаев прислал меня. Он хочет поговорить с тобой. Салтанат? С Джумой виделись? Товарищ Асаналиева, заходите. Я подожду вас. Можно? А где? Возле почты. Всего доброго. До свидания. Вы давно работаете зоотехником? 7 лет. Трудно. Знаю, трудно. Настоящим людям всегда трудно. С отцом часто ссоритесь? Ссорюсь. Я от мужа ушла, и сына бросила. Вам уже доложили? Вы так говорите, словно я в этом виноват. Виноваты. Вы согласились с Тугельбаевым. Ну и характер у вас. Послушайте, товарищ Салтанат, что вам скажет опытный чабан. Идите сюда. Вот тут, смотрите, Акжар. Вы подумайте, под силу ли вам одним, поднять и освоить Акжар. Мне кажется, было бы лучше позвать на помощь соседей. Эта долина так и просится быть кормовой базой всей области. Построим клуб, школу, больницу. Как благодарить вас? Это вас надо благодарить. Вы замечательное, хорошее дело затеяли. И Салтанат будет у нас главным зоотехником на Акжаре. Извините меня. Ну что там пустое? Вы погорячились немного. Убежали с совещания, не дождались конца. Но тут и моя вина. Карымшакову доверился. Грязный человек Карымшаков. Он обманул меня. А с отцом не зря спорили. И с мужем тоже. Хотя муж у вас хороший. По секрету вам скажу, он очень любит вас. До скорой встречи, товарищ Салтанат. Спасибо.
простите, скажите, где тут почта? Почта? Пройдите за угол. Спасибо. Пиши. Хорошо, пиши, разборчиво. Прошу управления колхоза Дархан освободить меня. Написал? Написал. От работы председателя. Ой, деда! Пиши. Каждый щенок меня учить будет. Этого еще не хватало. Поди-ка, закрой ставни. Асаналы, отдохнул бы хоть один вечер. А то себя не жалеешь. А позорили меня. Этот длинноногий агроном и моя родная дочь. Бесхозяйственным меня назвали. И как язык повернулся. Нет, молодые еще меня учить. Дома есть кто-нибудь? Поди, закрой ворота. Меня нет дома. Хватит. Я свое отработал. Здравствуйте, кумюш. Здравствуйте, здравствуйте. Заходите. Ехал мимо, думаю, дай зайду. Может, найдется у вас для меня пиала кумыса? Такому дорогому гостю не налить кумыса. Найдется, найдется. Заходите. Андрюшка! Андрюша! Здравствуй, Асаналы. Заходи, заходи, дорогой, заходи. Что с тобой? Что? Плохо тебе? Ты что смотришь? Гостя принять не умеешь. Сдаешь, старик? Сдаю, мой дорогой, плохо мне. Старая коряга. В чем дело? Почему в доме темно? Открыть надо ставни. Прошу. Спасибо. Да, значит, говоришь, стареешь. Стареем. Коряга. Коряга, милый, коряга. А я, ты знаешь, вот все эти дни, вот как увидел тебя на совещании, все вспоминаю нашу молодость. Помнишь, как в горы ходили, по глухим ущельям прятались, костры жгли. Босые, без рубах. Помнишь, как баев раскулачивали? За нашу молодость, за наше прошлое. Нет, ну что нам говорить о прошлом? За будущее, за детей наших. Молчи лучше о детях. Так ведь дети наши дальше идут. Хотят, чтобы еще лучше было. Вот так жар. Ветер гуляет, волки бродят. Они там пахать, сеять станут, дома построят. А лет так через 10-15 придет Вакжар не султанат и не Джамарт, а внук твой, Джума. Я его сейчас тут встретил, спрашиваю, кем хочешь быть? Джума, знаешь, что он мне ответил? Академиком. И придет Вакжар, молодой академик Джума, и скажет, эта скала мне мешает. Отодвинем ее на запад, а вот в этой долине вырастим сады. Пусть и Вакжаре растет из Цыкульской опорт. Ух, и хитер ты, Андрей, хитер. Да. 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 Джума! Эй, Джума!
Сашка. Ладно уж, иди, академик. Мешает скала. Отодвинуть ее надо. А что может быть, скажет и сделает. Начинаю волноваться, как мальчишка. Я тоже. Идут. Идут ваши машины, дорогой мой директор МТС. Вы понимаете, Андрей Иванович, я не хотел здесь оставаться. Понимаю. А вот вы не поняли. Не поняли, что главное в ее характере верность. И в большом, и в малом. А впрочем, не смею вмешиваться в чужие дела. Не видел. Всего месяц. Тогда у почты я долго ждал. Вы не могли? Не хотели. А я очень ждал вас. Но вы были правы. Один человек сказал, что главное в вас верность. И это правильно. Видишь, как меня ждали. Ну что ж, спасибо за все. Здравствуйте, товарищ директор. Здравствуйте. Все машины дошли благополучно. Хорошо, идемте. Зашить надо. Салтанат. Салтаж. Подарок! Что? Подарок! Говори, чего ты хочешь? Быть такой же счастливой, как вы оба. Но, наверное, этого никогда со мной не будет. Будет, будет. Обязательно будет. Салтаж. Ой.
Что с тобой, младший научный сотрудник? Джамар! Товарищ директор! Идите сюда! Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ директор. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. Хозяйка Акжара. Здравствуйте. Прикажете трактора к бою? Пожалуйста. Ну что, начнем? Начнем. Начнем. Поехали. Смотрите, она стала пылью. Тогда я подожду умирать, Салтана.